И всем привет, с вами Матлигоу. Это мой второй подкаст, как же я обещал. Фу, графика, наверное, качество, наверное, говно, как всегда. Вы спросите, почему я так долго не выпускал видосы? Потому что у меня как бы было день рождения, и я занимался всеми этими делами. Мне весь народ подарил бабло, и я на собранный деньги купил себе Xbox 360 с Kinect'ом. У меня уже имеются такие игры, как GTA 5, NHL 14, потом Mafia, ну, Mortal Kombat последний, Tomb Raider, Max Payne 3. У меня есть уже немало количества игр, и я, наверное, уже в эти выходные буду снимать одну из этих игр. Скорее всего, прям GTA 5. Так что вы голосуйте в комментариях, что мне снимать, GTA 5, NHL, ну или предлагайте что-нибудь свое, я куплю для вас игры, я вам гарантирую. Это мы как, блин, это мой второй подкаст. Я обещал, что буду выходить не по четвергу, и это еще маленькое заявление, что завтра еще может быть хоть какое-то видео выйдет, но в субботу, в воскресенье и в понедельник они по-любому не выйдут, потому что я уезжаю, не скажу, куда, это секрет. Так, также хочу сказать, что на канале все чики-пуки, все чики-чики-чики-ба. Так как подписчиков у меня еще не очень-то много, 20 штук всего лишь. И как вы можете заметить, я устрою конкурс, который продлится до 1 октября. На одну лицензию Майнкрафта. Народ, еще дело в том, если под этим комментарием, ой, под этим видеороликом, не под этим, а под конкурсом не наберется минимум 3, не, 5. Комментариев, кто хочет участвовать в конкурсе, то я как бы его не буду разыгрывать. Ну, такие дела. Еще в чем дело, сегодня еще, может быть, еще выйдет видео. Сегодня или какое-то. Наверное, как я вам еще не говорил, но я вам скажу. Осенние похождения я закрываю, потому что дело в том, что я хотел установить кое-какую сборочку, но, увы, ни хера не получилось. Потому что я хотел установить сборку, а карта каким-то раком удалилась. И вот такие дела, я, наверное, начну новый летсплей по Майнкрафту. Пишите свои скайпы, добавляйтесь в ВК. Я буду очень благодарен. А на этом я заканчиваю. С вами был Матлигоу. Всем пока. Всем удачи.